Выходные в город, наконец, пришла весна. Весь уикенд прошел под эгидой солнца. Синоптики уверяют, тренд сохранится. Неделя обещает быть дождливой, но теплой. Ветряные карусели апреля остались в прошлом. Во время грозы лучше обходить мачты электропередач, деревья и билборды. Не останавливаться на открытой местности, не взбираться на возвышенности. Мобильный телефон лучше отключить. Все металлические вещи отложить подальше. На велосипеде и мотоцикле тоже ездить опасно. Катар сотрясли сразу несколько стихий. Пыльная буря, шторм и ливень. Ветер бушевал с такой силой, что в международном аэропорту Доха припаркованные самолеты сместились с опорных колодок и врезались друг в друга. А в Австралию пришли рекордные холода. В ближайшие дни температура опустится еще ниже. В альпийском регионе может выпасть до метра снежного покрова. Завтра в Бобруйске будет на пару градусов теплее, а облачно с прояснениями. Ночью и днем кратковременные дожди, местами грозы. Из-за них синоптики объявили желтое предупреждение. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха ночью 9-11 выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. Кристина Риенц, Андрей Богдан, Бобруйск 360.